Уголовное дело заведено и на руководителя одной из коммунальных организаций города. Он обвиняется в превышении должностных полномочий. В результате его действий и действий его подчиненных причинен материальный ущерб свыше 1 миллиона рублей. По закону за подобные нарушения виновным грозят наказания в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до 2 лет, арест на срок до 6 месяцев или же лишение свободы на срок до 4 лет. Все зависит от решения суда.